шланг, достаю, беру, поливаю. Я везу этого кого. У меня пострадавший. Бэкст. Он там! Быстрее туда! Привет! Сегодня мы будем играть вот в таком вот небольшом городке. Я фиг, кстати, знает, как его называют. И здесь мы будем с тобой пожарными. Сейчас я обычный гражданин, у которого есть вот такая вот крутая рация. Могу там нажимать кнопочки. Кстати, да, игруха платная, стоит 35 рубаксов. И она находится на стадии тестирования. У нее сейчас никто не играет, поэтому не рекомендую ее покупать. Я же на всю голову отбитый, буду угорать здесь сейчас по полной. О боже, там что-то мигает. Сейчас я обычный гражданин, но я хочу устроиться пожарником, так что я вбегаю в здание. Где кто? Здесь никого нету. Боже мой. Все, я вроде бы как пожарник, да? Вы меня зачислили? Так, это комната директора, здесь никого нету, походу я здесь совсем один. Боже мой, здесь никого нет, мигают лампочки, это значит, что сработал какой-то вызов, где-то сейчас пожар, и нужно спасать людей. Капец, здесь никого нету, я совсем здесь один. Это потерянный какой-то город или пожарная часть. Так, я вбегаю сюда. А чё, всё, сигнал пропал? Где пожар-то был? Или это просто сирена играла? Эй, ну ладно. Вроде бы все, сигнал прошел, видимо, что-то уже сгорело. Я запоздал и пожарник. Так, что у нас здесь есть в холодильнике? Блин, прикольно у них здесь кухонька. Ты посмотри, насколько здесь человек. Сколько здесь может человек-то играть, а я здесь совсем один. Такое ощущение, что сейчас здесь зомби-апокалипсис. И здесь, кроме меня, ни одной живой души. Так, автомат, дай мне попить. Кликни, чтобы начать. Ну ладно, вот кликаю. Нифига себе, вот это автоматика. Могу выбрать чай, сок, воды. Молоко или кофе? Ну давайте кофе мне. Ой, господи, сколько здесь разновидностей кофе-то. Ну вот, мока. Давай мока. Все, я получил кофе, отличненько. Теперь можно наслаждаться. Вон там идет какое-то кинцо. Блин, вот это пожарная часть. Вот мечта сбылась. О, да, хорошо как. Сработало! Опять пожар, пожар! Бежим. А где машина-то? Машина-то где? Костюмы надо надеть, костюмы, да. Блин, опять заглушился. Че, я опять опоздал? Короче, ладно, сейчас, подожди, надо одеть. Так, а вот костюм, шлемак. Что, боже, что... А, это прическа, зачем прическа? Блин, это это пофиг, девчачью какую-то прическу нацепил. Я думал, это шлемы. Что тут есть, каталки, топоры возьму, веревку возьму. Че тут еще, бензопилу возьму, че мне там пригодится? Где машина-то, ё-моё? Все, респавню машину, вот это пойдет, пофиг. Все, едем на вызов. Открывай ворота. Да что ж такое-то, ворот никто открыть не может. Ну. Почему не открывается ворота? Откройте ворота. Может посигналить надо, а как сигналить? Опачки, нифига себе. Там вертолет заработал. Ты только глянь, кто-то в вертолет сел. Подождите меня. Ждите, да подожди ты. О, божечки, хорошо, что я в этот вертолет не сел. Кажется, он это... сломан. Надо разобраться, как открыть гараж. Да ё-моё, вот как открыть гараж. Здесь кнопочка была. Ё-моё, вот это я деревня. Пожарный, блин, из деревни приехал. Так, куда ехать-то, где пожар? На карте ничего не отмечено. Горе пожар. Вот, фаер. А где я-то нахожусь? Я, наверное, здесь нахожусь. А, взлетная... Ладно, короче, на дым поеду. Не разбирайся в этих картах. Я просто балдею со своей прической, я не могу. Вертолет улетел, надо включить сигналку. Воу-воу. Какой у меня гудок. А чё так машина медленно едет, я вообще не понимаю. Мне кажется, что я вообще не в ту сторону еду. Ого. Я даже вот так могу делать. Ты только глянь, там вертолет какую-то фигню спустил. Чё там за фигня? Он кого-то спас? Человека? Надо, походу, туда ехать. Поеду туда. Пожарка по бездорожью несется. Я, кстати, нашел, где включать мигалки. Вот здесь вот сейчас. Вот так вот включаем. Эй-эй-эй, мигалочки. Включайтесь. Во, вот это я понимаю. И так вот ехать теперь можно. Еще сейчас вот это вот включим. Можно менять скорость мигания. Вот так вот. Воу-воу-воу, дискотека началась. Ты только глянь, это просто пипец. Не пожарная машина, а клубак на колесах. А сзади у нас есть вот такая вот штука, которая тоже мигает. Она умеет вот так вот делать. Может вот так вот делать. Может в другую сторону. Может вот так вот вообще делать. Короче,
Машина огонь. Всяких крутых тут кнопочек на воротах. И я наконец-то научился ездить больше, чем 5 км в час. Оказывается, вот здесь вот есть коробка передач. Механическая коробка передач, ё-моё. Вот так вот на X нажимаем, это типа переключить скорость, и машина поехала быстрее. Третья скорость, четвертая скорость, пятая, я уже мчу под 100 км в час. Шестая скорость, я сейчас вылечу с дороги. Нельзя деревне доверять машину пожарных. Короче, я вернулся обратно к пожарникам. Пойду включу здесь свет, а то слишком темно. О, хорошо как. Надо зайти в кабинет к директору. Поздороваться с ним. Конечно же, здесь никого не оказалось, надо включить свет. О, ну тогда поприставляю, что я директор. Да, здравствуйте, здравствуйте. Вы пришли на собеседование, да-да-да. Вы не приняты, у вас слишком волосатые руки. Вы просто запутаетесь, когда будете выносить людей с пожара. Так что, извините, но вы не приняты. Ужасная работа, ужасно. Никогда бы не хотел быть директором. О, здесь тоже есть выключатель. Ладно, выключу это все. Эх, как одиноко жить одному. Блин, по телеку постоянно крутится одна и та же картинка. Нет бы что-нибудь другое. Да. Ладно, пойду посплю. Отбой, отбой. Свет, наверное, здесь не надо было включать. Ладно, отключу его. Все, я спать-ки. Да что ж такое-то? Только прилег, уже сигнал сработал. Бегу, бегу. Где пожар-то? Людей никого нету. Где пожар? Фаер, 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 фаер. Как, блин, разобраться в этой карте? Куда ехать? Короче, я понял. Вот где у нас тэшки, это какие-то у нас здания, где нужны будут лестницы, да? Да. Б, это у нас бизнес-центры. Аш, это у нас дома, ну, обычные дома, где... Опачки! Заметил, заметил красный огонек. А я-то где, а я-то где? Я вот здесь вот, да? Все, выезжаю, выезжаю. Сейчас, 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 оденусь, оденусь. Подождите, банкир, вот это... О, так я здесь могу переодеваться как раз-таки. Вот смотри, в разных... В разных, это я не знаю, это медик-пожарник какой-то, но мне нужен пожарник. Так, каталку возьмем, вот это все возьмем, все, короче, берем. Как обычно, все. Вызываю машину. Так, машину возьму. Вот эту вот. Пожарную, настоящую пожарную машину, так какая-то фигня была. Так, сажусь. Еее, поехали, сейчас дверь открою. Блин, как фигово, когда народу-то нету, некому дверь открыть, приходится все самому делать. Едем! Едем, сейчас, блин, я забыл, ну ладно. Сейчас разберемся, куда ехать. Так, включаю другую скорость. А, сирену надо включить. Сирена, ты где? Во, включил. Во, едем, вот он пожар, смотри-ка. Я приехал, чуваки, держитесь. Сейчас потушим. О боже мой, как стрёмно-то, да ну нафиг, я поехал отсюда. Меня здесь нету. Да не, шучу, шучу, сейчас я потушу. Сейчас, 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 сейчас. Блин, как здесь шланг-то, что достать? Чего, кого? Так, вот, есть, есть, прицепил шланг. Тушим, тушим, поливаем, чуваки. Я вас тушу. Типа, наверное. Надо зайти внутрь, наверное. Двери-то как, во, двери выбил, зашел. Самому бы не загореться. Люди есть. Блин, что-то нифига не тушится. Какой-то фиговый шланг. Чуваки, не тушится. Куда машина пропала? Да вы чё, сядь. Я чем тушу-то? Чуваки, у меня тут как бы пожар горит, машина пропала, шланг откуда-то питается, я не знаю. О, пожар потушился. Да, вот это прикол. Чё, обратно-то теперь пешочком дойти? Ну ладно. А, у меня же есть каталки. Жалко некого покатать. Виу, 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 я везу этого какого. У меня пострадавший. Вымышленный пострадавший, его не видно, но он у меня есть. Видите, я его на каталке везу. О, доехал, доехал. Вон, сейчас в ворота заедем, все ништяк будет. Не переживайте, господин. Да, до чего доводит игра, когда ты играешь совсем один. Все, прибыли. Сваливайся с каталки. Я, кстати, в прошлый раз забыл взять лестницу, поэтому возьму еще лестницу. И сейчас зареспавню машину. Еду, еду, вижу пожар. Сейчас прибудем. Баба! Так, я на месте. Так, сейчас машину поставлю на ручник. Ручник. Закрываю. Машина вроде теперь не должна исчезнуть. Шланг. Достаю. Беру. Поливаю. Нафига там люди-то есть? Как-нибудь надо внутрь пробраться. Блин, внутрь не зайти. Где моя лестница? Нужна лестница. Лестница. Так. Ставим лестницу. Взбираемся. Ей, кто живой? Блин, здесь бетон! Как туда пробраться? Ёкарный! Нужен топор.
Ну вот, пока я тут разбирался, у меня уже пожар сам потух. Я тут, кстати, прикольную штуку нашел. Случайно прицепился к земле. Да блин, отключись ты, машина. Короче, оп-оп-оп, залазим. Нам надо закрепиться здесь, ну типа страховочка. Я цепляюсь. Как зацепиться-то? Как зацепиться-то, ёкарный? Вот, я зацепился, во. Вон она, веревка, теперь это болтается. И теперь я могу вот так вот подтягивать себя, как Спайдермен просто на этой страховке вот так вот кататься. И не переживать, что я упаду. Ну и, естественно, тушить вот так вот пожар. Да. Правда, уже тушить нечего, ну. Ну, в общем, как-то так. Кстати, я еще ни разу не воспользовался топориком, ну-ка. Не, в эти двери не пройти. Итак, люди есть, я захожу. Есть кто живой? Эй! Блин, людей нету. Надо просто тушить пожар. Я понял. Ставим лестницу. Взбираемся. Взбираемся туда. Обочки. Ей, я потушил, я спас это здание. Ну, типа, наверное. Так, у нас здесь, короче, тренировочка. Я, типа, взял вот эту вот машину. Сейчас хочу попробовать залезть вот сюда. И вот с помощью вот этого крана потушить вымышленный пожар. Залазим. Как сюда залезть-то? О, залезли. Так, подходим сюда. И... как теперь двигаться? Так, я понял, вот этот вот... вот эту штуку я могу шевелить. Вверх-вниз. Воду подавать не могу. Ага, а вот этим мостиком, наверное, двигает вот этот вот чувачок, который здесь сидит. Ну-ка. О, да, реально. Воу-воу-воу-воу, круто. Офигеть. Так, вот здесь вот. Вот, вот так вот я поставил. Так, теперь беру кран. И типа нажимаю на F. Все равно нифига не работает. Воды нету. Может туда как-то шланг подцепить, я не знаю. Пожар! Вон там, рядышком с нами. Поехали! Поехали срочно! Вон горит здание! Какой нафиг это? Тренировка! Прибыли! Вылазю. Оп-оп-оп. Короче, достаю свою вот эту штуку. Вот эту вот. Поливалку без шланга. И тушу ей. Да что ж такое-то, блин. Вот так вот. Ого! Блин, да пофиг снизу буду. О! Короче, игруха прикольная, но еще не доработанная, поэтому 35 рубаксов не стоит. Играть здесь явно нужно с кучей народу, чтобы здесь было, ну не знаю, человек 30, наверное. Чтобы было кого спасать, чтобы были медики, пожарники, МЧСники. Так что пишите комментарии по поводу этого плейса, что вы думаете. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Всем удачки, пока и до нового видосика.